Прошел год после инцидента с третьей энергией. Исследования доктора Кирка передали правительственному агентству, которое начало обширное исследование на базе на Среднем Западе. Желая получить немедленный результат, исследователи пренебрегли необходимыми мерами безопасности, и произошла еще одна авария. На этот раз весь исследовательский комплекс, военная часть и небольшой городок поблизости исчезли. На их месте оказались джунгли из другого времени. Мая 2010-го. Сейчас мы войдем в портал в другое время. Возможно, в другой мир. Меня забросили сюда раньше остальных бойцов ТРАТ. Наше задание — спасти около 1300 выживших и собрать данные о проекте по третьей энергии. Ты отвечаешь за GPS, что-то не так? Что, в меловой период так встречают гостей? Никакой гостеприимности. Никто не отвечает. Я вполне уверен, что моя команда в порядке. Выжили больше 1000 человек. Пошли. Постой, еще раз, как тебя зовут? Эй! Дверь не открывается, заросла плющом. Давай вон ту дверь попробуем. Ну давай же. Разве тебя не учили на тренировках открывать двери? Вот, смотри, как это делается. Да, такое оружие очень подходит бойцу ТРАТ, но я бы лучше сюда. Увидимся, мистер Варвар. Эй, меня зовут Дилан. Позови меня, если тебе будет нужна помощь.
Ты один из спасшихся? Не убегай! Мы
Мы здесь, чтобы вас спасти!
Вы ввели неверный ключ. Обнаружен нарушитель. Блокирую комнату. Ответьте мне кто-нибудь. Дэвид! Регина! Это Регина. Регина, я в ловушке. Я на военной базе, мне нужна твоя помощь. А своим мачете помахать не пробовал? Ладно, думаю, я смогу тебе помочь. Хорошо. Я оставлю ключ перед дверью. Не подведи меня. Конец связи.
Хватайся за руку! Кто ты? Послушайте, юная особа, я бы не хотела этого делать, но вы не оставили выбора.
Хватит валять дурака!
Эй, что тебя так задержало? Рада тебя видеть. За тобой должок. Я нашла женщину, которая спаслась. Она не захотела идти на контакт. Я заперла ее в рубке управления. Я возьму ее на корабль. Ты иди вперед. Там встретимся. Постарайся расслабиться. Что с тобой? Тебе удалось выжить, так? Пожалуйста, мы здесь, чтобы помочь. Как тебя зовут? Где остальные? Где твоя семья? Регина! Пойди-ка, посмотри на это. Кто здесь все разгромил? Это не динозавры. Кто-то проник сюда и уничтожил все компьютеры. Активатор портала тоже сломан. Мы не сможем вернуться в наше время. Должно быть, это те люди в шлемах. Они повредили систему запуска двигателя. Мы не можем воспользоваться кораблем. Хорошо. Нам нужно найти что-то в этом мире, что вернуло бы нас в наше время. И еще надо починить корабль. Эй! Надо надеть на девчонку наручники, а то она убежит. Есть еще здание, которое мы еще не осмотрели. Займись этим. Хорошо. Успокойся, я здесь, чтобы помочь. Успокойся! Послушай, я должен быть уверен, что ты не сбежишь. Доверься мне. Эй! Что ты делаешь? Перестань! В чем дело?